Если вдруг мадам Шеремет начнет с вами разводиться, вы такой: шарф шелковый тебе не отдам. Да не, пусть забирает. Шарф-то пусть забирает. Вот смотри, не знаю, как у вас там в Арамиле, и не знаю, как у вас тут в Екатеринбурге, а понимаешь, в Тавде шуба за 165 тысяч рублей, безусловно, должна считаться вот недвижимым имуществом.